Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я хочу рассказать о самом лучшем способе, как можно почистить чайник от накипи. Что для этого нужно? Первый раз, когда я чистил чайник от накипи, я использовал неправильно. Я 4 аж пачки использовал лимонной кислоты, полчаса прокипятил, слил и положительного эффекта не добился. Достаточно одной пачки лимонной кислоты, 80-100 грамм засыпали, прокипятили тоже же самое полчаса и ставите чайник, не сливайте его, ставите его на всю ночь, с вечера сделали, 8-9 часов постоит чайник и вся накипь, которая в нем, растворится полностью. В общем, таким образом, не на час, не на два ставите, а на всю ночь растворится и вы ее сольете. Я уже пробовал так несколько раз, вода у нас плохая. И некоторые говорят, фильтр поставить. Фильтр не поможет. Я, в принципе, у меня не стоит фильтр, у соседей стоит, но он особо не помогает. Сама вода такая плохая. Как бы тяжелая, называют. Щелочи много. В общем, таким образом, прокипятите еще несколько раз, чтобы привкуса не было лимонной кислоты. Как бы всегда пользовались то, что делали именно так. Пачку на чайник, хоть 3-литровый, хоть 5-литровый, достаточно. Одной пачки 80-100 грамм. Ну, тут решил поэкспериментировать с уксусом. Проделал. Некоторых тоже мне говорили, что уксус еще лучше. В общем, куда еще лучше? Лимонная кислота самая лучшая. Чистила, не было накипи. Ну вот решил проверить. Проверил. Либо чайник такой китайский с такой эмалью, не знаю. Что таким образом эмали хана пришло. Он такое впечатление, что ее тут и не было. Чисто он покрашен. Но уксус вот повредил так. В принципе, это чайник уже выкинуть. Но говорю вам, что лимонная кислота не наносила никакого ущерб чайника, как бы все смывало полностью, а вот уксус нанес. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал. Всем удачи, не забываем про колокольчик, всем пока.